Народному артисту России Валентину Клементьеву 50. Юбилей ведущий актер МХАТа имени Горького встретил на сцене. Роль Людовика XIV в спектакле «Комедианты господина» по пьесе Булгакова «Кабала Святош» юбиляр называет своей любимой. Перед тем, как поднялся занавес, Валентина Валентиновича поздравили коллеги и художественный руководитель театра Татьяна Доронина. Талантливого и человечески почти совершенного. То, что, извините, на свете актера бывает не так часто, но все-таки, оказалось, бывает. И то, что бывает, это перед вами в лице народного артиста России Валентина Клементьева. За годы работы в театре Валентин Клементьев сыграл свыше 40 ролей. Среди самых ярких его работ – Сатин в «Горьковском на дне», Прозоров в «Трех сестрах», Пилат в «Мастере и Маргарите». По словам артиста, юбилей – это черта, за которой начинается новый жизненный и творческий этап. Надежда на то, что работа будет столько же, сколько было на первом этапе, скажем так, творческой биографии. Вот на это надежда, сохранить этот азарт к жизни и, конечно, к профессии. Я думаю, что я бы себе этого пожелал в первую очередь.